Геймер Кэш. Начни зарабатывать на играх. Регистрируйся на сайте, выполняй задания, получай кредиты и обменивай их на игровую валюту, ценные предметы и скины для своих любимых игр. Геймер Кэш. Это лучший сервис, чтобы начать зарабатывать, занимаясь любимым делом хе hey всем привет, братья и сестры, не с вами я, Спайк, и сегодня мы с вами будем проходить карту 15 дроперов. А, и кто не знает, дроперы это, короче, такие карты, на которых нужно прыгать сверху вниз и постараться не умереть. Сейчас покажу как, хотя я думаю, что все это знают и все такое прочее. Также, ребят, а, спасибо вам огромное за множество лайков на прошлом ролике, и я надеюсь, что вы будете... А, продолжать их ставить, и я был бы этому очень рад, ребят. Так что спасибо вам за мое настроение, и можете еще раз просто поставить лайки, мне будет очень-очень приятно. Я вам без... просто безгранично благодарен за это, серьезно. Это очень поднимает настроение. Так, но ну а пока, давайте начинать. Прыгаем вот в эту непонятную хреновину, и поехали. У нас тут, как видите, раз, два, три, четыре, шесть, еще четыре, получается четырнадцать. А, Какого черта? Подождите-ка, у нас должно быть а, 15 уровней. Но тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да! И, ну ладно, может быть у нас потом какой-нибудь уровень откроется. Окей, поехали на первый уровень. Я в дроппере, ну типа... Ых -ых 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 так себе. да, но я уж ради вас постараюсь что-нибудь тут как бы... Да, я не вижу а, окей, я вижу воду, но там еще есть вагонетка. И, кстати, если мы супер трайхардеры, можно попробовать прыгнуть в нее. Типа и в воздухе в нее сесть, но я, наверное, по старинке. Да, вот так вот. Ух, привет, парнишка. А, что, первый уровень, в принципе, супер простой. Это что такое? Ага, я вижу сундук, подождите-ка. А, you can find 15. Хайден Чест, ты можешь найти 15 скрытых сундуков. Типа, могу ли я? Ну, один я нашел, и походу к нему нужно вот так вот ехать, или... Или что? Так, выпрыгиваем, и да. Так, но как мне теперь отсюда выбраться-то? Ам... это сложный вопрос, на самом деле. Потому что что-то... А, вагонетка, стой! Забери меня! Так, ладно, ждем ее, садимся, и все, выезжаем. Окей, спасибо. Нам, походу, нужно найти 15 вот таких вот... Э подарков, презент, да, и чё, <laughs> давайте уж постараемся. Так, о, о чё, какого черта у меня тут расплодились овцы? И свиньи, и... Это, это моя карта, что вы тут делаете? А, ладно, окей, ничего страшного. А, пошли на второй уровень, это у нас какой-то водный уровень. А, первый уровень, я думаю, будет несложный, поэтому я с ними так легко буду справляться. И да, вон же вода прямо-таки... Прямо-таки вот она. Ну да, 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 на втором уровне я сразу сдох, конечно. Так, ну окей, давайте попробуем еще раз. Видимо, там просто поставлены синие блоки, и они сливаются с водой. И типа, был бы я тупеньким, я бы, наверное, еще раз сейчас сдох, но нет. Такого не будет. Так, а где тут сундук? Так, мне нельзя заходить вот сюда и. И. А, окей, ладно. Это было очень-очень сложно и все такое. Но давай. Я надеюсь, что он будет там, потому что иначе у меня вариантов ага, просто нет. Окей, второй сундук готов. Кстати, подождите-ка, их же можно надевать на бошку, да? Да, их можно надевать на бошку. Давайте вот этот. Он подходит к моей скину. О, да, шикосно. Так, поехали. Третий уровень. Кактус. О, кактусы. Твою мать, ладно. Я их просто ненавижу, но ради вас я это сделаю. Окей, поехали. Так, level 3. Тут у нас. Что-то сложное, судя по всему, или что? Кстати, нам нужно еще подбирать, откуда прыгать. Можно прыгать, например, с другой стороны, и это по идее будет проще, да? Да, это будет проще. Окей, отлично. Третий уровень тоже не такой уж сложный. Так, а, а, где сундук? Видимо, вниз. Нам нужно, да? Не сундука, не выход. А вот выход, а сундук, а, сундук, а сундук сзади, видимо, да? мистер сундук, пожалуйста. Я просто, я не закончу эту карту, пока я не соберу все 15 сундуков. Потому что, кстати, подождите-ка, опять-таки, 15 сундуков, а уровней типа 14. А, я думаю, что где-то будет скрытый уровень, потому что, мне, кажется, мы соберем 14 сундуков, и у нас откроется скрытый уровень. Ну, или что-то такое. Так, а, ну чё, поехали. Это что? О, клевый левел, кстати. Нам простой, поэтому сейчас его быстренько пройдем. Ага. Так, и чё? И чё? И чё? Где тут? Где тут сундук? О, да, да ладно, вы серьезно что ли? Плиз! Нет, ну это будет смешно, если я сейчас заберусь, и там ни хера не будет. Но, наверное, все-таки это не такая жестокая карта, поэтому. Поэтому да. Давайте поднимемся и будем верить, что этот чертов сундук все-таки там. Так, и да, он вроде как все-таки здесь. Давай, давай, братан. О, да, feels good, man. Отлично. Можно возвращаться. Бульк. И поехали дальше. А дальше у нас что? Итак. Все животные как бы испарились, и это как бы стрёмно. А, куда-какого черта вообще творится? Ладно, окей. А может быть они не показались? Да нет, ну этого быть точно не может. Окей, гол третий уровень, пятый, то, то есть, да, пятый, а не третий. Так, и что у нас тут? А, а тут что-то, что-то, что-то сложное. Ну так-то не очень. Вроде как... Если прыгать вот отсюда, то это достаточно таки просто. Ага, конечно. Так, надо с другой стороны, потому что там будет то же самое, только там не будут вот этой штуки, об которой я сейчас запнулся. Потому что она немного с другой стороны. Оп, вот так вот. Отлично, просто шикосно, идеально. Так, что, искать сундук, он где-то, где-то, где-то здесь. Видите? Наверное, даже показывают стрелочкой. А, да, приетики, братан. Пятый презент у нас есть. И что-то как-то мы быстро на самом деле проходим. То есть, блин, я даже сам не ожидал от себя, что я так быстро буду проходить дропер. Это реально быстро. Ну, тут уровней, правда, 15. Я думаю, в конце будет супер хардово. Но я надеюсь, что я справлюсь. Так, это какой-то эндер уровень будет или что? Судя по всему, да, нет. Нет, нет, не эндер уровень. Так, а мне нужно вот, вот, вот на вот этот краешек планетки как-то сейчас сигануть. Давайте рискнем. Уф, идеально. Я, я, аж дыхание задержал, честно говорю. Так, шестой, шестой уровень готов, отлично. И пока что мы собираем все сундуки и... О боже, это, это реально охеренно. Я, я не сильно перфекционист, но сейчас я просто кайфую от того, что я собираю эти сундуки. Я не знаю почему, но мне уже этим эта карта нравится. Так, давайте дальше. А, адский уровень. О, ненавижу адские уровни. Просто, просто, блин, ненавижу. Так, мне как-то вот так надо. Там вода, я вижу. Я иду к цели. А, я дошел к цели. С первого, кстати, раза. Ага. Так, видимо, нам куда? 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 Вот в эту башенку или что? Да, видимо, сюда. Так, поднимаемся и чё? Чё? Какие-то лабиринты, туннели. Ох ты ж, блин. Это что? Ладно, надеюсь, что они не появятся сейчас сзади моей спины. Сзади моей спины, да. За моей спиной, то есть. А, окей, все. А, собрали презент, побежали на следующий уровень. И пока что что-то я прям <coughs> мастер. Да, я пока очень даже неплохо. Половину, кстати, прошли. Очень быстро, ребят. Не обижайтесь, что ролик маленький, если что. Но если он будет маленьким, и я не застряну в конце. Но, типа, что-то как-то все реально быстро. Так, а, что у нас тут? А тут что-то сложное. Э, так, ну, 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 я надеюсь, что я... Я... Да! Да, чё-то возьми. С первого, блин, раза. Вот серьезно, подгадать а, Ага, привет. Подгадать, а, с какой стороны прыгнуть, это где-то половина всего дела в этом дропере. Кстати, я карту оставлю в описании для вас, так что можете зайти и попробовать пройти. И, кстати, тут нет счетчика смертей, я заметил. И я не смогу узнать, сколько раз я умер. Может быть, вы посчитали. Кстати, вот не знаю. Но если вы посчитали, то напишите. То есть, я хочу посмотреть, сколько раз я умер. И если вы пройдете, напишите, сколько раз умерли вы. Потому что... А, я не знаю, блин, либо я сейчас такой его прохожу... Либо тут вообще умереть невозможно, и тут все очень просто, и что то нет. А, окей, давайте посмотрим, откуда тут лучше прыгнуть. Ну, так-то вот отсюда, не? Смотрите, вон там воду видно. Так, вот так, вот так, вот так. Идеально, просто охеренно. Так, куда нам тут? Где, 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 где? Ага, вижу. Иду к цели, вижу цель. Мое, мое изи. Все, пошли дальше. Ох ты, вы видели это? Вы, вы видели этот Какого черта происходит с, с этой картой? Серьезно, что-то блин не так. Окей, okay, походу стены засосали этих животных бедных и а, ладно, окей, okay, не, не будем, не будем об этом просто думать, да. Так, левел с радугой и тут ни хрена не видно. Я не знаю, как это проходить. Просто прыгну и буду надеяться, что я серьезно, я выживу. Да, это было просто. Это было слишком просто. Так, что там? А, скрытый сундук наверху. Серьезно, мне надо на самом верх теперь подниматься. Блин, как же это чертовски долго. И я задолбался подниматься. Да, я поднялся. Так, забираем десятый сундук. И нужно сейчас, короче, не сфейлить и не сдохнуть. И это будет забавно, если я сдохну, но я не сдохну. О, да. Потому что я, походу, профессионал, судя по этой карте. И что-то, блин, вообще все легко. Осталось всего 4 уровня. Ролик выйдет на 3 минуты, отстой Хотя может быть и больше, не знаю Так, поехали, левел 11 Ну тут что-то как-то все сложно на самом деле выглядит Окей, это, это, это очень сложно первый, первый сложный уровень, но ничего, он же 11, он и должен быть сложным И да, я его прошел а С четвертого, кажется сразу, да, но я все-таки прошел Окей, левел 12, что-то со льдом, я думаю будет много льда И это будет весело, надеюсь Так, много льда а, о, да. О, просто куча льда, блин. Так, но ну отсюда вроде можно прыгнуть. Прям чисто свободный путь. Если только не сфейлиться чуть-чуть, совсем чуть-чуть и нет. Да! Что? Какого? Как? Я же... Блин. Ну, ну ладно, окей, окей. У меня было такое в детстве, я как-то упал под лед и вот было почти то же самое, да. Так-так-так-так-так-так-так. Идеально. Я, я вообще не двигался. Типа... Я просто прыгнул и просто летел. А, снежки, клево, только... А, окей, я понял. Понял. Это было сложно не найти. И вот, что это? Это костер? Клево выглядит. Окей, погнали дальше. Левел, получается, 13 Предпоследний, либо предпредпоследний Потому что я свято верю, что Если я соберу все презенты, то у меня Будет 15 левел, потому что я хочу 15 левел и куда тут, блин, прыгать чё то как-то сложно Так, а прыгать, прыгать, прыгать а... Я реально не понимаю, стоп, куда-то Там даже воды не видно Ну, давайте попробуем прыгнуть Как? Вот так? А? Т там нет воды, серьезно, посмотрите сами. Давайте так вот полетим и посмотрим. Да, а, тут лианы, окей, я понял, все, все, ладно, окей, лианы это... А, я упал. Так, там были лианы, лианы это хорошо, потому что за лианы тоже можно зацепиться. И на самом деле это выглядит очень сложно, но мне кажется это не так уж сложно. Давайте возьмем снежки и... Полетели, полетели, вот они, Ляночки! Отлично, все. Так, но сначала мне нужно за сундуком, он был вот здесь. Окей, привет, братан. Тринадцатый сундук, и теперь я... Я надеюсь, что не сдохну, если отсюда спрыгну. И нет, я не сдохну, да. Шикосно. Опять? Опять! Вы посмотрите, что за херня творится с этой картой! Я просто, блин, не понимаю. Так, окей, а, последний, видимо, уровень, либо предпоследний, на что я надеюсь. И давайте его проходить. А, так, четырнадцатый левел. Тут, ой, тут что-то все прям, прям вообще. Ну вон я вижу воду. Давайте пробуем в нее прыгнуть. А, а, слишком, слишком сложно. Слишком прям вообще. Так еще раз. Видим воду. Сначала назад, потом вперед, потом назад, потом. Оу. Ну примерно я понял. В принципе, я почти даже прошел. Так, давай еще раз, братан. Оп. Полетели. Сначала назад, вперед, в бок. В бок и идеально. И прям к сундучку прилетели. Охеренно. 14 уровень готов. Я прошел 14 уровней дроппера за одну серию. Это вообще капец, по-моему, комплит. А, так, это что, все? Uh, thanks for playing. Map created by group. GG Maps. Uh, Build by. Кто-то их построил, короче, эту карту. И это все. Типа, серьезно, конец, что ли? Uh, так. Рестарт uh, мапы. Да, походу это конец. Слушайте, тут какой-то сундук. Uh, ты нашел 15 подарок. И вот он. Нет, походу, все-таки уровня 15 не будет. Хотя карта называется 15 дроперов. Но, походу, да, все-таки не будет. Окей, ничего, я, наверное, с этим смирюсь. Рестарт мап. И мы ее прошли. Как видите, все 15 сундуков у меня, включая тот, что у меня на башке. И, в общем-то, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если это так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. С вами был я, Спайк. Всем до скорых встреч. Всем пока.